Зону ЮНЕСКО Ярославля освобождают от ларьков. Демонтаж 4 торговых павильонов это прошел место во вторник на Красной площади. Сносу предшествовало несколько лет судебных разбирательств. Моя коллега Елена Третьякова с подробностями. Это место на Красной площади далеко не многие горожане могут представить свободным, то есть без каких-либо торговых сооружений. Ларьки здесь меняли друг друга на протяжении многих лет. За то, чтобы расчистить одну из центральных площадей, городские власти боролись долго. Приходу техники и специалистов сюда предшествовали несколько судов. Судебные решения по ним были вынесены еще в 2013 году. С этого момента они здесь стоят незаконно, поэтому сегодня мы начинаем исполнение и помощь судебным приставам по демонтажу данных объектов. Правда, сами владельцы павильонов до последнего надеялись на благополучный для себя исход. Освобождать торговые точки они начали только после появления полиции. Верх все-таки взял здравый смысл. В случае отказа потери предпринимателей увеличились бы в разы. Приставы обязаны были бы спилить у ларьков двери и окна для обеспечения невозможности возврата к торговле. То есть это все решением Конституционного суда. Снести с учетом того, чтобы, не дай бог, значит, конструкции какие-то были повреждены. Что снести очень, так сказать, аккуратно. Я остаюсь без работы, без содержания. Продавцы мои тоже вынуждены, они просто плачут и говорят, куда же мы пойдем. Сейчас Ярославль пытается выработать стратегию оптимальной работы по очистке улиц от незаконной торговли. Вот завтра комиссии по экономике мы будем обсуждать новую схему размещения временных торговых сооружений в городе. И большинство ларьков, которые стоят законно, имеют разрешение, останутся на своих местах. Нельзя всех предпринимателей под одну гребенку. Эта часть Красной площади освободилась от ларечного багажа меньше, чем за половину дня. Аналогичная участь уготована и остальным нелегальным конструкциям в зоне ЮНЕСКО. Елена Третьякова, Михаил Орлов.